Вандализм – распространенное явление в обществе. Нарушители зачастую не могут даже представить, какую ответственность они несут за содеянное, поскольку на первый взгляд им кажется, что ничего серьезного они не сделали. Подробнее о наказании за вандализм в 2019 году и распространенных случаях порчи имущества рассказывает помощник Одинцовского городского прокурора Евгений Груздев. Вандализм – это осквернение зданий и иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, совершенные из хулиганских побуждений, за что уголовная ответственность вступает с 14 лет. Предметом преступления могут являться памятники и культурные ценности, жилые дома, корпуса предприятий и учреждений, храмы, а также магазины, поликлиники, остановки общественного транспорта, таксофоны, скульптурные композиции, мосты, рекламные тумбы, вагоны, сиденья и иные объекты. Под осквернением понимается нанесение надписей, рисунков на фасадах зданий, их загрязнение, приводящее к нарушению общественного вида и причиняющее заметный ущерб эстетическим качествам объекта. Порча – это активные действия лица, частично или полностью приводящие имущество в негодность для дальнейшего использования. Максимальное уголовное наказание за вандализм – 1 год исправительных работ. А за те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы – 1 год лишения свободы.